Воу-воу-воу, откуда столько жути? Это же вроде хния. Погоди-ка, звуки... Вот так гораздо лучше. Вот теперь узнаю. Кто-то реально подыхает со смеха. Ну, допустим, допустим. Новая игра. Всем привет, ребята. Как вы поняли, уже... It's been 3DK since popular Freddy anime конвенция. Да-да-да-да-да. Закройте двери. А можно не так громко? Я видео снимаю. Ну, здорово. Монгол. Здесь будет монгол. И здесь, по идее, будут все. Все, кому не лень. Все зайдут на огонек, в том числе и Спринг Труп. Ну, точнее, Спринг Трупика. Трупиха... Welcome, welcome. Как открыть камеру? Welcome, блин. Как открыть камеру? You must take her place, for now. It is required that you must monitor the place at all times, while you're still trying to find some new things over the weekend. I'll just update you a little, so you can get back to work. The attraction will open up after your first week. So you have to make sure everything is there, and nothing gets stolen. Otherwise, we will file a case against you, as you're responsible for all the things out there at the Inertia. Игруха! For some small information, once the place opens, during your day shift, you will be monitoring the people and tasks that pass through. It is your job to make sure no one steals anything, regardless of tamper any of the items. Вася, говорил бы ты по-русски, или, не знаю, хотя по-итальянски. Я, кстати, не понимаю, это мужик или девушка? Блин, походу, дело меня съедят. Что могу сказать? Господи! А надо было просто... Твою же мать! Где оно? Оно где? Оно здесь. Здрасте. Тихо. Во, клик. Не надо меня так пугать! Он еще молод. Он еще полон силы и энергии. Да сразу вылази! Вылази, где ты там сидишь? Где ты там сидишь, эй? Где ты сидишь? Флампти, серьезно? Это был Флампти. Это Флампти, смотрите. Интересно, а это игры от одного и того же разработчика? Или нет? Хай! Поздоровайся хотя бы со своим любимым Витго. А, погоди-ка, это же первая ночь. Это же Изи. Я забыл, что тут бояться нечего. Первая ночь это норм. Но хотя бы разобрались. Вот, починилось, наконец-то. Это чук тебя заткнулся и почини. Я не понял. Если мы так будем постоянно делать, то... то мы проиграем. Во, нам конец. Здоровый такой конец. Плохой такой конец. Так, будем со второй ночи зырить. Зырить за Спринг Тропихой. Блин, как бы ее назвать по-правильному? А тут фан-артик висит. Понятно, так.
Флампти, вот что ты тут забыл? Вот тебя еще тут не хватало. Высосать он хочет мои глаза. Твои глаза! Такие чистые, как небо. А взять нельзя. Много. Эх, помню, как я проходил третий ФНАФ. Боялся. Нет, конечно. Я веселился на полную катушку со своим братаном. Братаном Спрингтрупом. А может, бочисы? Люди спят. Ох, ёперный. У неё слишком большие глаза, чтобы пролезть в вентиляцию, да? Во. Так, здрасте. Чи или не чи? О, здорово. Ты кого? Привет. Пока. Возвращается троллинг. Это был самый мерзкий смех в моей жизни. Теперь будем просто гонять ее по двум комнатам. Тут эта система работает гораздо лучше. Hello. Hello. Твою мать! Блин! Блин! Ну-ка, перезагружаем все нафиг. Мне вообще не нравятся эти звуки. Привет. Привет. Так, закрываем. Закрываем правой кнопкой мыши. Во, заблокировал. Заблокировал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Видеоэррор. Да пофиг, я ее вижу. Красная точка. Это как-то читерно, вам не кажется? Нет, 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 Вася. Вася, не смей. Не покидай меня! Я тебя из-под земли достану! Если ты меня бросишь. Привет. Hello. Пока. Не покидай меня. Погоди-ка. Температура падает. Вот. Мне слишком жарко, поэтому я теряю сознание. Нифига она восполняется быстро. Мы не даем ей просто залезть в вентиляцию. А когда она залезает, мы закрываем. Изи. Изи катка. Так, вот это уже мне не нравится. О, осветил мой жизнь. Так. Тихо. Я за тобой слежу. Ой-ой-ой-ой. Главное, что видео эррор. Блин, аудио тоже. Досмеялся. Все, будем. Ребутайл. Мне вообще не нравится этот звук, Вася. А, ну здорово. Правой кнопкой. Пока. 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 И еще вдобавок это было. Что, блин? А почему Бонни не было? А почему Бонни вообще не было в том ФНАФе? Так, привет! Какая симпатяшка. Не то, что этот уродец, да? Ну-ка. Оба. А теперь как ты меня, а? Как ты меня сломаешь? Вот, жизнь стала поярче моя. Как ты меня сломаешь, если все будет включено? М? Свет не мигает. С температурой все окей. Тебе нужна внезапность, да? Я-то тебя знаю. Я-то тебя проходил. 4 часика, чё ты мне сделаешь? Пфф. Остынь! Так, я не понял, кто долбит по батареям. Бонни, ты что ли? Или Фредди? Непонятно. И чё ты ждёшь? Оба! Планшет не будет опущен!
Я не дам тебе это сделать. Я не опущу планшет. Как мы ее поймали? Я не опущу планшет. Я его не опущу. Блин. Ха-ха-ха-ха-ха. Есть! Ха-ха-ха-ха! Упс, блин! Об клаву долбанулся! Это сработало! Короче, расскажу фишку. Во ФНАФе третьем. Да тихо ты! Во ФНАФе третьем есть такая штука. Страшно представить, какое это место. Ну, в общем, это марионетка, да. Есть такой маленький баг, то что... Спрингтрап тебя не убьет, если планшет не будет опущен. И если свет не будет мигать, ведь нужно ему два повода. Чтобы мигал свет, а то есть я начал терять сознание. Ну, то есть, наоборот, и сознание, и... Это чё, Фродина была? В смысле? Как она перепрыгнула через стадии? О, май! Вот это жесть, вот это она меня распотрошила. Аж белая кровь из меня вылилась. Блин, 6 минут записи. 6 минут записи, мы красавы? Погоди-ка. 6 минут записи, и еще я чуть-чуть там заснял. Это получается уже где-то 7... Вы прикалываетесь, да? Вы прикалываетесь. Не, вы прикалываетесь. Не-а, не залезешь. Погоди-ка, у меня есть идея. Что если вот эта вот вентиляция... Это тот путь, куда она как раз-то должна идти. Как раз тот путь, куда она должна идти. Нет, Фредина! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, не надо! Все системы поломали, короче! Творите! Ну, слушайте, я думал, что... Будет так. Лучше мне. Вот так вот. Я думал, что третий ФНАФ будет полегче. Я, собственно, угадал, но тут полно багов. Так же, как и во второй части. Привет! Давно не виделись, да? Обожла нафиг от вентиляции. Это моя вентиляция. Мое сало. Блин. Она ко мне подошла близко, потому что... Что? Понятно. Мы не будем больше так делать. Есть, закрыли. Теперь можем, в принципе, не беспокоиться. И спокойненько починить камеры. Ай, ай, тихо, не заденем. Не задели? Не задели. Возвращаемся. В смысле, она это игнорировала. Спасибо, блин, вообще не легче. Час от часу не легче. Так, тихо. Это был самый быстрый скример в моей жизни. Ну, блин, прикол заключался в том, что я мог сейчас починить все системы, и я бы выжил. Точно так же, как и во вторую ночь. Да, наконец-то, баняшку показали. Так, а вот Looking Bonnie. Real Pain. Так, погоди-ка.
Что это такое? Это секретный код мы можем ввести. И тогда что-то произойдет. Интересно, а что будет, если посмотреть на Фредди? Я думаю, ничем хорошим это не закончится. Просто пока что будем водить ее за нос. Как того самого легендарного Спрингтрапа. Только Спрингтрап не был таким... Не-н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 е. Ёшкин рот! Жёванный кот! Жёванный кот... Блин, какой код мне надо ввести, чтобы... Я прям наглела! Охренела совсем! От рук отбилась! Ну-ка, переводчик, что там со мной сделали? По тексту... Да блин! В 7 утра в открытом Фредди Фазбер было найдено мертвое тело аниме Attraction. Замечательно, Фредди аниме Attraction, это полное... Причина смерти неизвестна, но предполагается, что это... удушье. Отпечатки пальцев и вещество, обнаруженное на недавно открытой области груди. В смысле, то есть, им прикрывает грудь аниматроника в спринг-костюме. Было взят для исследования. Ничего не понятно, но очень интересно. В общем, я считаю, это круто. Мы прошли две ночи за одну серию. Это офигенно, братан! Потому что я ФНАФер тот еще от бога, вы знаете это прекрасно. Могу максимум одну ночь пройти. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в общем-то, не-не-не, слишком напряжно. И в общем-то, вот тогда лучше. Умирает от смеха. И, в общем-то, всем пока! Господи, как же она угорает!